Пожалуйста, помогите защитить деревню. Вы наша последняя надежда. Ну, получается, мы надежда человечества. Что считаешь, Маш? Ну, получается, нужно действовать и как можно скорее. Да, всем привет, дорогие друзья. Это рубрика «Защиты деревни». Смотрите, житель уже смотался в свой домик. У нас есть ровно 10 минут, пока у нас 10 креатива. За это время мы должны построить с Машей различные ловушки, чтобы защитить эту деревню. Вот, жителей. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно, ребят, прожимайте колокольчик и, конечно же, пишите свои комментарии. С вами, кстати, Маша, всем привет. Да-да-да, и знаете что? Вопросик дня. Напишите, знаете что? Когда вы находите деревню жителей, а что вы там делаете? Может быть, вы там, не знаю, рыскаете, что-то забираете. Может быть, вы там строите свой дом. Может быть, вы там живете. Каждый из вас находил деревню жителей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой целью вы используете деревню. Маш, что ты обычно делал в деревне жителей? Но я обычно всегда, если я, допустим, выживала, то я всегда находила сундуки в деревнях, потому что они помогали выживанию, и оттуда вы все так щух-щух-щух их себе. Короче, ты их просто, короче, обчищала, так скажем. Ну да, ну вот или вот это вот обчищала, тут вот поле вот это вот, с морковкой, чтобы кушать. Короче, ваша чисто такая шмыга, она, короче, такая заходила и все чисто вычищала. Воровка. Да-да-да. Ай-яй-яй, короче. В общем, друзья, пишите в комментариях, это будет очень весело и забавно почитать. Ставьте лайк. Ну, а мы сейчас начинаем. Лайки, ваша поддержка. Давайте, пожалуйста, поддерживайте. Так, ну что ж. Первый механизм, который я тебе хочу показать для защиты этой деревушки. Как раз, кстати, Маша, мне кажется, будет в шоке. Маша, ты как ты вообще в механизмах? Я очень плохо в механизмах, поэтому я очень сильно могу офигеть, обалдеть от того, что люди делают. Отлично. Итак, смотрите, ребят, вы тоже можете такое же построить на любой версии, ну, на новой. Смотрите, вы раскапываете две вот так ямки. Ставите сюда... Не-не-не, ставите вот сюда два липких поршня, вот таким образом. Ну, пока все понятно, да, типа? Внизу вот так раскапываете и ставите вот такую штукенцию. Пока все понятно, да? Ставите вот такую штуку. Потом здесь вот этот наблюдатель ставите. Здесь тоже наблюдатель. Здесь ставите вот так два блока. Ставите еще два наблюдателя. Ставите раздатчик. Ставите раздатчик. Ну-ка. Ну-ка. Как думаешь, это будет работать? Ну, вообще выглядит сложно, поэтому, наверное, должно все, что выглядит сложно, обычно всегда работает. Отличное умозаключение. Так, все, здесь ставим рычажочек, и теперь смотрите. Ну как? Ты можешь сама нажать. О, все, о, у нас жареный стейк. Отлично, забираем. По-моему, кстати, ребят, кто не знает, у нас должен прийти сиреноголовый. Представьте, сколько не было вообще сиреноголовых. Этот тренд уже всеми забыт, но он должен сегодня прийти. И мы должны с Машей защитить деревню. Маш, ты можешь нажать, посмотреть, он работает? Подожди, как ты это сделал? Я тоже хочу. Подожди, стой, давай я тоже попробую. Ладно, давай. Все, ты можешь здесь повторять, это будет твое задание, а я пока буду строить другие. Сейчас чисто выясним, может ли Маша повторить этот, ну, довольно легкий механизм. Такая, Маша, я тоже хочу. Легкий, ага, конечно. Да легкий, он любой подписчик справится. Ну, слушай, твои подписчики, они вот уникальны, а я-то такой. Я немножечко как бы в Майнкрафте такой дундук. Так, ладно, мы, короче, сейчас будем возводить. Короче, сейчас будет у нас тут находиться зона последней надежды. Маш, сейчас строю зону последней надежды. Я забыла, что делать. Я вспомнила. Да, я вспомнила. Все, пока там Маша строит, мы тоже, короче, возводим. Я, вы знаете, друзья, очень люблю данный механизм. Это, наверное, один из моих любимых механизмов. Так, ставим здесь вот таким образом. А Маша здесь мне поможет. Когда закончит свой механизм. Такая, а? Я? Здесь. Сейчас я со своим справлюсь. Давай, давай, давай. Тут, короче, вы смотрите, делаем вот такую штукенцию. Вот. Здесь нам потребуется рычаг. Вы, кстати, ребята, запоминайте, потому что вы можете точно такие же делать крутые механизмы. Это очень классно. Так, здесь проводим вот так. У меня не получилось. Подожди, что я сделала не так? Так, давайте посмотрим, что там делает Маша. Так, ну... Подожди, что я сделала не так? Я не тот блок использовала?
Я его как-то не так поставила. Жди. Сейчас, может... Стоп, стоп, стоп. Ну вот же. Вот так? Ты не загрузила ничего в раздатчике. А, да? Ты туда что-то загружала? Да, да, да. Огненные шары. Бери в поиске огненный шар. А, я тут думаю, что он так. Ага. Огненный шар, да. А куда ну, загружать? Ну вот, в раздатчике. Подожди, вот сюда? Да, да, да. Вот в эти вот, да? Да, 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 вот в эти дырочки, вот. Вот так? Так. Вот в эти дырочки, да, 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 так. Так, ну-ка, да, примеряю, ну-ка. Подожди, вот эта штука должна быть мордочкой вперед, она не ставится мордочкой вперед, она ставится мордочкой вперед. Значит, надо ее ставить и с этой стороны, а вот с этой, вот так, понимаешь? О. Во. О! Работает! Работает! Кстати, ребят, да, зацените очень важную вещь, которую Маша уточнила. Смотрите, если вы ставите вот так, то она к вам ставится красной точкой, но не мордочкой. А если вы хотите наоборот, вам надо отойти в эту сторону и поставить вот так. А, это была моя ошибка, поэтому повторяйте ее и делайте вот так. А так Маш, нужна твоя помощь. Надо в каждую из Давай. Этих штук загрузить хотя бы, ну, по 16 динамитика. Вот динамитик? Каждый... Да. Давай, загрузим. Так, главное на рычаг случайно не нажать. Да, 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 ты, кстати, аккуратней. Подожди, давай, дай я кое-что сделаю, Маша. Отойди. Чист... Ты хочешь на рычаг нажать? Нет, я хочу обезопасить, если ты вдруг нажмешь. Ты такого плохого обо мне мнения? Ты думаешь, что я серьезно? Да. Все, теперь можешь, короче, загружать. Так, давай, смотри, сейчас загружаю. Так. Кстати, а ты знаешь... Реально нажала? А, нет, не нажала. Чуть не нажала. А ты знаешь вообще, что это? Наверное, динамитная какая-то пушка, которая потом взлетит, не знаю, кабум какой-то будет. Все, давай загружай, я пока буду подготавливать другую штукенцию, потому что у нас реально придет, ребята, на секундочку, сиреноголовый. Он очень, кстати, очень мощный. Кстати, Маш, он очень крепотушный, там скримеров будет миллиард. Я уже могу выйти из Майнкрафта. Я шучу. Так, ставим. Я знаю твои шутки. Побывали мы уже с тобой в пиццерии, где все было нормально. Да, да, конечно. Смотрите, все, здесь, короче, находится такая вот прям гора динамита. Так, тут ведем дорожечку. Я все. Отличненько. Так, ну что ж, сейчас я продемонстрирую, что это вообще за такое изобретение. Смотри, Маш, смотришь? Давай, надо встать вот сюда. Даже выживание можно. Нажимаем на рычаг. И... Блин, ну короче, если бы я был бы в выживании, я подлетел бы вверх. Вот выйди в выживание, сейчас тебе реально покажу. Если сейчас не дам яблоко... А, ты можешь на мне поэкспериментировать? Там динамит, а там есть динамит. Сейчас, подожди, ладно, давай. Смотри, да, ешь яблоко вот это. Смотрите, Маша просто улетит. Только потом целься в воду. Давай. Так, съела. Съела. Да, все, стой на месте, стой на месте и... Давай. У-ху! Подожди, а где вода? Я плохо рейдрит. Но работает, сработало. Да, спасибо, что на мне это, конечно, протестировал. Теперь, короче, смотрите, сейчас сделаю, короче, службу безопасности, короче. Такая же, Маша говорит, ты не мог это сделать раньше? Я в нее не попаду, в эту службу безопасности. Не-не, в нее можно попасть. Смотри, сейчас сделаю. Так, смотрите, здесь типа будет такой слизнявый, короче, барьер, и надо на него приземлиться. Сейчас мы это все испытаем. То есть это будет, знаешь, ваш бункер, короче, последней надежды. Если ситуация будет выходить из-под контроля, и сиреньку мы не победим, то надо будет, короче, лететь сюда. А, хорошо. Как тебе план? По-моему, надежный, как швейцарские часы. Ага, ну я, конечно, сомневаюсь, что он настолько надёжный, но ладно. То есть ты сомневаешься в моих планах? Ну нет, я так не сказал. Так, все, сейчас здесь сделаем, короче... О, а помоги мне тут сделать платформу наверху. Короче, типа из деревяшек вот такую платформу, вот так. Хорошо. Иду. Так, я пока вот эту штуку убираю. И сейчас сам протестирую, реально запрыгнуть или нет.
Давай. Подожди, а сколько вообще блоков сделать тут? Вот, ну, небольшую такую платформочку чисто, знаешь. Давай по три сделаем. Давай. Так, ну что ж, я, короче, включаю личный режим выживания, ем яблоко, активирую. И... Иху! Ого, нифига, смотри, ого, сейчас просто приземлюсь. Я тебе смотри, все, приземлился, все, чики-бомбони. Служба безопасности все работала, да. О, дождь идет. Ага. Это означает то, что сиреноголовый, значит, очень рядом. Ой-ой-ой, так мы же еще, слушай, а ловушки-то не настроили. Подожди, в смысле рядом, это плохо. Это плохо, ребята, потому что дождь, это значит приближение сирены. Так, все, я, короче, так быстренько вниз улетаю. Кстати, у нас реально 10 минут уже проходит, у нас осталось буквально немножко. Жители тоже тут паникуют. Маша, у нас, короче, чрезвычайная сейчас ситуация будет. Так, подожди. Так, а что можно еще сделать, чтобы сиреноголовый никак вообще не прошел? Может, какую-то мне еще быстренько ловушку поставить, потому что я сейчас вот уже закончу. Идем сюда. Короче, вот здесь сооружи из динамита где-нибудь, знаешь, вот, допустим, вот на этой поляне, вот где я стою. Ну-ка. Вот здесь. Вот такую же кучу из динамита и сделай, короче, типа этот. Редстоун провести. Да. Да. Точно такую же кучу, да, построить. Угу. Так. Все, давай быстренько. Ребята, у нас надо прям вообще сейчас максимально быстро, потому что ситуация крайне напряженная. Просто максимально. Так, здесь еще вот так потемнело. Слушай, а куда? И куда-нибудь вот так провести. Просто выведи. Ну, допустим, куда-нибудь вот сюда. Вот я рычаг поставил к нему прям. Ага, хорошо. Чтобы, знаешь, мы типа нажали. Только достаточно? Да. Мы его прям заманим в эти кучи и, надеюсь, сработает. Я тоже надеюсь, что сработает. Вообще я не встречала вроде бы сиреноголового. На самом деле. Так, вроде нормально, вроде так хорошо, да? Все, да, давай, веди редстоун сигнал. Во. И все, друзья, будем готовиться. Так, сейчас я вот проверю. Так. Не, пока все нормально, я в творческом. Так, сюда идем. И, в принципе, будем мониторить. О, отлично, ты уже обмундировалась, Маша. Я не знаю, что мне сказать насчет этого. Это что вообще? Это стиль доярки. Да, что это? Ты в креативе. А вы все еще в креативе. Просто посмотрите, насколько это ржачно. Просто я, вот, знаете, я всегда знала, что женщина такой любит поиздеваться. О, уже гром ударил. Ой, а что это такое, туча какая-то? Ты с меня вообще это снимешь или нет? Диди, это броня у нас, видишь, я тоже в броне, и у тебя такая броня. В смысле это броня? Подожди. Сейчас я в survival выйду. Ну нет! Ужас какой. Ого, фантомы! Слушай, мне кажется, он там не любит немного. Ой. Так, я сейчас на всякий случай тогда дождь отменю, потому что прям это погода слишком это. Так, все, я отменяю, оп. О, все. У меня теперь скелет, а не это. Так, все, давай отбегаем, потому что мне кажется, сейчас начнется заварушка. Так. Да, мне тоже так кажется. Ой, криперы. Так, все, вот здесь, короче, встаем. И сейчас, ребята, у нас будет миссия просто невыполнима. Ну или выполнима. Ага, так, survival ставим? Нет, он сейчас должен сам смениться. Так, ну-ка смотрим. О, отлично, он сменился. Да, мне тоже. Ой, у твой тоже, смотри, изменился, типа, ваш режим изменен. Да. Короче, ребят, ну-ка сейчас, подожди, я попробую кликнуть на... Я вот сейчас кликаю, у меня просто не кликается. Смотрите, ребят, я вот переключаю, нет, а вот на выживание кликается, офигеть. Короче, у меня больше не переходит в режим выживания. Так, ребята, все, готовимся. Так, тут крипер ходит, сейчас крипер, я закрою. Крипер, аккуратно. На. Так, аккуратно. На. На его. О, отлично. Коровки убежали, что ж ты сделал? Так, сейчас это не будем активировать, а то мы реально можем поджечь вон тот динамитик. Так, ну все, пока никого не видно, да, Маш, вроде? Ну да, пока никого не видно, никого не вижу, а ты? Ну я тоже, ну это пока хорошо. Кстати, тот туман тоже пока не видно. Кстати, очень подозрительно, был туман. Помнишь, был туман? Да, сейчас его нету. Так, ну что ж, пойдем в эту сторону, посмотрим... Я, кажется, кого-то видел. На секундочку. Что? Я, кажется, кого-то видел на секунду. О! Активируй! В смысле активировать? Подожди, рычаг-то ты где поставил? Так, все, я жву.
активировала, а он за мной бежит, он за мной бежит. Снаряды кончились, снаряды кончились, Маша. Почему динамит не взорвался? Взорвался, но мимо, короче, сиреноголового. Так, так, так. Заманивай его сюда, заманивай. Он за тобой бежит. Давай, сейчас я... Да, он за мной бегает. А, он меня убивает, он меня убивает. Помогите. Помогите, спасибо. Ты бежишь? Отлично, отлично, давай. Вот сюда так. Беги, сейчас его активируем. Так, яблоко ешь. О, он пошел на жителей. Он... Он деревню ломает, что ли? Офигеть. А почему мой динамит не сработал? Смотри, он схватил кого-то и жрет. Офигеть. Так, ладно, нам надо что-то придумать. Давай здесь, короче, его попробуем динамитом обложить и бахнуть, короче. Давай так. Давай, а у меня тут динамита танец, у меня тут особо. Так. А он за мной бежит опять, да что ж такое-то, господи. Давай, веди его сюда. Давай, где чита? Давай, я блин, я активировал уже. О, он не активировался, это хорошо. О, тут трава помешала, так, ладно. Ой. О, он за нами. Отлично, ой, блин, иди. Рычаг с той стороны. Отбегаем. Офигеть. Так, все, бежим. Я вырвался. Офигеть, сирена работает, бежим. Слушай, я осталась вообще в каком-то этом непонимании, недоумении, почему мой ТНТ не заработал, почему он за это там залагал, смотри. Да, он не работает. Так. Почему я ж так старалась? А, да хватит меня уже это кидать. Офигеть, он, так. Ого, у меня два сердечка. Хватит. Такая ваша, хватит. Хватит это терпеть. Ой, Йорен и Сейф. Да, там, видимо, зона спасения. Так, мне надо, короче, знаешь, как надо? Нам нужен, короче, редстоун факел. Ой, он бежит. Опять, нет. Давай, Маша, беги. Паркур. Паркур, блин, я куда-то пропаркурил не туда. А где он? Я его не вижу. За домами. Подожди, стой. Сейчас. Так. Ну-ка, а если вот так просто покидаться? А, он так не кидается, смотри. Подожди, а почему динамит не этот не активировался? Я не знаю. Короче, знаешь что? Надо, короче, взять сейчас редстоун факел, идем сюда, сейчас я тебе скину. И будем в ручном режиме активировать, потому что слишком опасно. А где он, кстати? Не знаю, сейчас найдем. Сейчас. Это хорошо, что его здесь нет, Маша, ты чуть не привлекай его. Где ты? Так, все, у нас, короче, есть блок красного камня. А где он? Я не знаю, он исчез куда-то. Так, давайте... Он пропал. А, стоп. Я вижу надписи. Вон он, смотри, там что-то крушит. Ой, что-то он это... Давай здесь обложим вот это динамитиком все. Так, здесь давай, вот так введем. Так. Эй, сиренька. Ой. Он пока нас не спалил. Не спалил? Все, спалил, давай, жми. Почему оно не поджигается? Все, подожглось. Да. О. Там вообще все равно. Офигеть. Смотри, он такой прям сиреной. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ему реально все равно. А что делать-то будем? Ну, о, там что-то бомбануло. Смотри, лезет. Офигеть. Короче... Куда он полез? Короче, план Б. Давай на нашу, короче, эту прыгучку. Так, сейчас надо здесь активировать. Оп. Ой, он прям ближе. Ого, меня прям отбросило. Я тоже, подожди, так, на прыгучку. Как на прыгучку-то попасть? Так. Ой. Ай, блин, он меня загасил, прикинь. Ой, давай ТП. Да, все, сейчас. Он меня не загасил. Сейчас перенести куда? Сюда, вот так. Бежим. Где он? Беги. Вот, давай. Сзади, давай. Давай, сейчас. Мы взорвали. Активируем. Ой, блин, рычага нету. Подожди, стой, сейчас, так. Ой, он здесь. Нет, не ломай. Блин, мне хана, короче. Ай. Тебе тоже хана? Да. Блин, ребята, насколько он лютый. Ты где, Маш? А ты? Ой, я тебя слышал. А ты там? Вот ты где, ты рядом. Подожди, где наша деревня?
нас перенесло. Ну, короче, ребята, вот сиреноголовый оказался крайне силен. Подожди, он так... Да что я икаю-то? Маша, короче, от стресса, от страха даже икать начала. Короче, ребята, мы придумаем новые ловушки в следующей серии. Как победить сиреноголову? Ну, это прям очень было мощно. Динамит вообще не сработал. Ну, вообще... Ой, по барабану. Да, его вообще по барабану. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, если мы один фиг вас повеселили. Мы пытались, вы могли. Лайк за платье ваше. Ну тебе. Да, подписывайся на канал. И всем пока-пока. Пока. Такая, пока. О, прикольно. Ну-ка, подожди, еще раз. Такая, пока. Отлично.